О том, что происходит в музеях в темное время суток, ходит много слухов, и был снят даже не один фильм. Но раз в году, 18 мая, каждый желающий может посмотреть на это собственными глазами. Именно в этот день отмечается Всемирный день музеев, и по традиции устраивают Ночь музеев. Детский музей западно-восточного искусства устраивает ночные акции, когда гости музея могут посетить музей в очень необычном и непривычном формате. Этот год, 2017, посвящен нашему музею тайне японских привидений. Мы максимально постараемся погрузиться в культуру страны восходящего солнца. Помимо работников театра, привлечено множество артистов и творческих групп, так что посмотреть будет на что. Но все же познавательная функция – одна из самых важных для музея. Но в этот вечер обычную экскурсию заменит традиционный вечер страшных историй о привидениях при свечах, основанных на сборнике гравюр известного японского художника Иоси Тоси Тайсо. Эта традиция была связана с тем, что именно лето – время, когда привидения, призраки, демоны нарушают покой человека. Рассказывать в темноте, когда после каждой новой истории тушится свеча. И фактически уже последние рассказы при абсолютной темноте. Это воспитание и самурайского духа, и непротивление этим призракам. Следующей возможности посетить музей в вечернее время, по крайней мере легально, придется ждать целый год. Так что в этот четверг стоит отложить все свои дела на потом и проверить, готовы ли вы взглянуть на музей совсем по-другому.